Привет, сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. Заказ был небольшой, снимаю я сегодня одной рукой, поэтому камера будет подвижной. И давайте посмотрим, что же было в заказе. Первое, что хочу вам показать, это коктейль Wellness by Oriflame Natural Balance с шоколадным вкусом. Когда-то давно, когда я только стала партнером компании Oriflame, я заказывала данные коктейли. Они мне очень нравились, в том числе своей эффективностью. Действительно, утолялся голод, ожирением лишним я не страдаю. В общем-то, обмен веществ у меня достаточно быстрый, то есть в этом плане, конечно, мне повезло. Но что касается именно на перекус и данного коктейля, он идеально подходит. Он утоляет чувство голода на 3-4 часа, поэтому, собственно, я его взяла для завтрака исключительно. Раньше я пила его после по вечерам, то есть практически там за 3 часа до сна, вместо такого вот позднего полдника или позднего ужина. Сейчас исключительно на завтрак. И в данной линейке компании Oriflame Wellness есть всего 4 коктейля. 3 ароматизированные, то есть это клубничный вкус, ванильный, шоколадный. И также компания выпустила просто коктейль, да, Wellness без вкуса. Ну, тоже, в принципе, неплохо. С данными коктейлями, с данной сухой смесью можно делать все, что угодно, то есть применять ее в любых приготовлениях пищи, да, в том числе и кексах, кашах, вообще все, что вы захотите. В общем-то, полет мысли большой, поэтому нет никаких ограничений. В чем плюс данного продукта? Во-первых, здесь низкий гликемический индекс. Подробнее можно вообще, в принципе, ознакомиться с данными свойствами коктейля на сайте Oriflame и также вот в Wellness гиде. Мы с вами, может быть, его тоже посмотрим обязательно. Итак, давайте посмотрим, что же следующее было заказано. Это новиночки из серии Activell. Сейчас солнце очень яркое, даже не знаю, как сфокусировать. Вот, собственно, это у нас с вами дезодорант антиперспирант с лимоном и чем-то еще. Тут не указано, 48 часов действия. Когда-то раньше я брала данные дезодоранты. Мне они, в принципе, очень нравились, достаточно хорошего качества, но потом как-то так получилось, что я то ли не обращаю внимания на предложения по дезодорантам в каталоге, то ли еще по каким-то причинам, просто, ну, как-то так получилось, что такое ощущение, что их вообще компания именно на страничке не выкладывает, хотя бывали ситуации, когда я их видела. Ну, не обращала внимания, поэтому решила заказать вот новиночку, попробую обязательно, потом поделюсь своими мнениями. Также в этой линейке новинок вышел вот такой вот дезодорант спрей, 48 часов действия. Есть у них еще из этой серии Activell кремовый дезодорант. Он мне очень нравится, кстати говоря, очень приятно тоже пахнет и достаточно эффективен. Давайте протестируем. Сам дозатор работает очень хорошо, мягко, никаких нареканий нет. Запах достаточно приятный, такой легкий. Очень мне нравится, буду пользоваться. Давайте посмотрим, что же было еще в заказе. И, конечно же, это новиночка. Я все-таки заказала одну помаду мусс. Это у нас с вами Move Crush. Если я не ошибаюсь, в переводе это означает пряный какао. Я очень долго думала, я хотела взять 3 оттенка, но потом вспомнила, что у меня в коллекции осенних помад, я обязательно вам покажу в следующем видео, и, возможно, даже еще летние успею вам показать отдельным видео. Покажу, какие у меня оттенки есть. То есть я не стала заказывать одни и те же цветовые гаммы, потому что смысла в этом нет. Должно быть разнообразие, разнообразие цветов. И давайте посмотрим, значит, что вам хочу показать. Постараюсь открыть одной рукой, не знаю, как получится это сделать. Сейчас, конечно, вот правильный цвет
это вот сейчас вы видите, потому что вот это вот засвеченное. Именно вот так вот выглядит пряный какао. Ну, это что-то по цветовой гамме среднее, если вы видели оттенки новых помад. Сейчас я постараюсь открыть, показать. В принципе, наверняка вы уже видели все эти оттенки в сводчах, но не могу открыть. Слушайте, беда. Беда, беда. Так, я сейчас остановлю камеру, тогда открою и посмотрим. И давайте тогда, наверное, сразу покажу последний продукт. Мне его тоже придется открыть двумя руками. Это так называемая расчесочка Styler Detangle Brush. Другими словами, очень известное название, да, это Tangle Teaser. Это специальная расческа для распутывания волос. У меня такой расчески нет. Я пользуюсь сейчас деревянными расчесочками массажными. Но понимаю, что для моих окрашенных волос, которые от краски еще немножко подпортились, нужна вот такая вот расческа. Я долго думала, покупать ее или не покупать. Можно было заказать на другом сайте. Сейчас мы не будем про него говорить. Но я решила, что это слишком долго ждать. Расческа мне нужна сейчас, и я решила ее заказать. Сейчас я остановлю камеру и подключусь уже, и мы с вами подробно рассмотрим. Оставайтесь со мной. Продолжаем с вами смотреть мой заказ, и хочу вам сразу показать оттенок пряный какао. Вот сейчас я пытаюсь найти тот самый ракурс, чтобы вам продемонстрировать правильный цвет. Вот, вот сейчас вы видите, хотя желтоватый, конечно, оттенок, но выхода нет. В общем, вот сейчас вы видите настоящий оттенок этого пряного какао. Рука, правда, немного желтоватая, не знаю, как вам правильно показать. Вот, ну, засвечено, конечно, но ничего страшного. Оттенок мне очень нравится. Такого оттенка еще у меня нет в коллекции осенних помад. Есть только чуть светлее, который в розовиночку уходит. Это ближе к шоколадному. Тоже теплый оттенок, но шоколадный. Очень мне понравилась текстура, буду пользоваться и тестировать. Как я уже говорила, что эти помады мусс очень экономные сами по себе. И данная помада мусс у меня есть в сливовом оттенке. Ей уже исполнилось 2 года. То есть я уже 2 летних сезона, которые длятся у меня по полгода, проходила с данной помадой. Это достаточно серьезный заявленный эффект, и, собственно, несмотря на то, что она маленькая, вы можете видеть, да, вот мой указательный палец, она достаточно экономно используется, то есть это огромнейший плюс. Поэтому, кто любит такие вещи, обязательно покупайте, тестируйте, и вы будете абсолютно довольны, я вас уверяю, на 100%. И последний товар я уже распаковала, это та самая расчесочка. Она здесь, конечно же, где-то пошкрябанная, но это, в принципе, ничего страшного. Здесь вы можете видеть логотип Oriflame Sweden и вот такие вот пластмассовые щетинки. Где-то я вижу, что они абсолютно неровные, вот если вы можете видеть, есть тут такой момент. Вот, не знаю, так должно это быть или она просто помялась. Достаточно плотные эти щетиночки. Практически несгибаемые, то есть я вот даже вижу, что они как-то принимают форму, то есть направление, вот я пальцем двигаю, вижу, что они не встают, да, на место предыдущее, а как-то странно гнутся. Но протестирую, обязательно вам расскажу, надеюсь, что данной расческой я буду довольна. Вот, стоила она, по-моему, что-то в районе 300 рублей, там минус скидка, ну, что-то в районе 200 рублей, в принципе, для такой расчески, которая стоит намного дороже в других фирмах, вот, то это на самом деле очень хорошая бюджетная цена, поэтому, в общем-то, надеюсь, что я буду довольна. И вот, собственно, это был весь мой маленький заказ, и давайте, наверное, приступим к просмотру wellness-гида и нового каталога. Ну, давайте посмотрим. Wellness-гид сам по себе небольшой.
Я просто пролистаю. Хочу что сказать. Я скоро буду принимать уже витамины. Женский wellness pack планируется в октябре. Я, в принципе, всегда пропиваю, как я ранее опять же упоминала. Если кто не смотрел мои видео ранее, я могу сказать, я всегда пью витамины 2 раза в год. Это обязательно весна, где-то март месяц и октябрь. Ну, помимо этого, конечно же, я еще употребляю из компании Oriflame дополнительные витамины. Это астаксантин, вот вы можете его видеть, и омегу. Ну и, соответственно, иногда использую коктейли. Вот тот самый Wellness Pack. Здесь есть 2 типа, мужской и женский. Разница только в витаминке, витамины и минералы, здесь 1 штучка. Здесь всего 21 пакетик, где находятся 2 омеги, 3, и астаксантин 1 штучка, и, соответственно, минералы. Значит, в этих 2 коробочках состав витамин одинаковый. Единственное, что разница конкретно в витаминах, минералах. То есть именно в нем разница. Витамины и минералы вы можете также купить по отдельности. В компании тоже это есть. И вы можете спокойно воспользоваться. Я не знаю, видно сейчас. Если нет, то можно поставить, в принципе, на паузу и прочитать. Хотя вот все эти журналы, все каталоги есть на сайте в хорошем доступе, в хорошем качестве. Вы можете их полистать и посмотреть. Так, ну и давайте глянем, что у нас также есть. Вот тот самый обновленный новый протеиновый сухой коктейль без вкуса. И у меня вот такая вот есть ложечка с шейкером. Я вот как раз таки уже завтра планирую начать использовать коктейли, принимать в пищу именно по утру. Также в компании Oriflame в серии Wellness есть и супы с томатом и со шпинатом. Я еще, кстати говоря, не пользовалась данными продуктами, не использовала точнее, и, честно говоря, жалею об этом, надо обязательно попробовать. Я просто супы готовлю сама дома, поэтому, в принципе, не нуждаюсь в таких именно сухих смесях, но думаю, что, например, где-то на работе или где-нибудь в гостях, если вы вдруг едете, да, надолго, там, например, на дачу, и знаете, что ваши родственники, допустим, не принимают в пищу достаточно много жидкого, да, там супы, например. У меня были такие знакомые, вот я отдыхала, и они в основном кушали, ну, второе, там, да, перекус. В общем, все не в смятку, а в сухую такую вот, в сухую пищу достаточно. И супы ели там очень редко. Для меня это вообще была катастрофа. Мне приходилось покупать овсяную кашу и делать себе кашу, потому что я не могла есть постоянно не бутерброды какие-то, второе. В общем, ну, ужас просто дикий. В компании Oriflame как раз-таки предлагает вариант вот такого вот перекуса. Это тоже вот супчики, которые можно с собой спокойно брать в дорогу. В компании вот как раз-таки есть такой контейнер Wellness для сухих смесей. Он выполнен, по-моему, из нержавеющей стали. Да, я вот вижу. И вы вполне можете воспользоваться, так что это очень неплохой вариант тоже. Также в компании Oriflame в серии Wellness присутствуют и протеиновые батончики. Я их, кстати говоря, брала. Они мне очень понравились. И хочу сказать, что они вот одного батончика мне хватает на 2 раза. То есть я один сразу съесть не могу. Он очень насыщенный. То есть, в общем-то, неплохо. Про нутрикомплекс для волос и ногтей я тоже рассказывала. Я стабильно раз в год пропиваю. Вообще курс рассчитан на 4 пачки, но я пропиваю от силы 2 или 3, в зависимости от необходимости. Очень мне нравится данное средство, и эти именно витаминчики, потому что они действительно укрепляют волосы. И волосы у меня растут быстрее, то есть в этом тоже есть плюс. Ну, тут мы видим с вами астаксантин из красных водорослей. Тоже очень хорошая, полезная штучка.
мне, кстати, есть экстракт черники. Вот кто страдает, у кого зрение плохое, да, и а сейчас в 21 веке практически у каждого второго какие-то проблемы со зрением, потому что все сидят за компьютерами, начиная от развлечений, заканчивая до работы. И, в общем-то, очень полезная штука, действительно улучшает самочувствие, я бы сказала бы. Тут мы можем с вами видеть, опять же, женские и мужские витамины по отдельности. Разницу вы тоже можете прочитать в составе. Там есть разница именно в составе витамин. И вот та самая омега-3, тот самый рыбий жир. Хочу сказать, именно первоклассного качества, потому что обычно, вот я помню, в детстве такие были вот маленькие кругляшки такие, вот мама давала. Они как-то прям очень пахли отвратительно. Ну, понятное дело, как бы постсоветское время, другого не было. И сейчас вот, да, вот качественный товар, я уже его пила. Я думаю, что многие, кто употреблял и продолжают употреблять данные витамины, именно wellness, да, серии, могут поделиться своими именно плюсами. Но здесь мы также с вами видим, что данная серия помогает похудеть. Также в компании, кто не знал, может быть, если кто вообще в принципе с компанией Oriflame знаком, только вот слышал, да, как по косметике специализируется, то хочу сказать, что в компании вот относительно недавно появилась та самая серия Wellness. И она рассчитана именно на поддержание здоровья, здоровья изнутри. И здесь есть возможность оформить подписку. То есть здесь в комплексе идет витаминный женский wellness pack, коктейльчик, шейкер. И потом уже можно, тут несколько вариантов, да, подписок. Четвертый товар, четвертый пойдет. То есть если вы подписываетесь на полностью на 3 курса сразу, то четвертый вам придет в подарок. Это очень выгодно. И здесь все приходит вот в такой вот коробочке, соответственно, и вы можете все это оформить. Если кто-то желает оформить подписку Wellness, пишите мне либо в личку, либо на почту. По-моему, она у меня открыта даже. Но в любом случае, можете писать мне тогда в комментариях. Если кто-то желает, обязательно пишите, не упускайте свою возможность. И, конечно же, что мне очень нравится, что в серии Wellness есть также витамины для детей. Здесь есть и жидкая омега, и также мультивитамины вот в таком вот варианте. То есть они здесь идут, по-моему, если я не ошибаюсь, со вкусом апельсинки, а это со вкусом лимончика, наверное. Я, честно говоря, не помню. Ну, понимаете, да, дети же как, им надо, чтобы было повкуснее. Это если вы им что-то даете, какую-то пилюлю, а она абсолютно там отдает какой-то горечью, конечно, они это есть не будут. Вот, и я помню, что в детстве, не знаю, как опять же у вас, чтобы обхитрить нас, детей, мама клала всякие витаминки, там, знаете, в какую-нибудь еду, там, или в какую-то булочку, ну, чтобы съедали, да, и была какая-то польза. Но это было раньше. В ограниченном количестве, конечно, были вот эти тоже дрожжи типа пиковита, мне очень нравились. Если кто-то помнит, можете отписаться. Я надеюсь, что у нас здесь много кто пил и жидкий пиковит, и были такие витаминочки очень вкусные, медвежата какие-то были. Сейчас уже такого нет, не знаю почему, но, наверное, уже, возможно, производство просто закрылось этих именно витаминов, или они просто не поступают на российский рынок. А здесь, конечно, тоже много всего, и приятно, что для малышей тоже есть вот такие вот комплексные мультивитамины со вкусом всяких вкусняшек. Ну и, собственно, здесь вы можете увидеть вот такую вот карту, да, что Wellness Pack у нас для здоровья красоты, сухая смесь для коктейля для здорового похудения энергии, протеиновый для ежедневного обогащения рациона, для контроля веса и сытости, для здорового перекуса. Ну и здесь тоже вы можете прочитать с правой стороны. Вообще, в принципе, я вот достаточно уже долго пользуюсь данными товарами, именно вот из этой линейки здорового питания и красоты, и действительно эффект есть.
ну, к сожалению, не всегда удается соблюдать, да, то есть я не пью Wellness Pack, там, как многие, кстати говоря, каждый месяц. Это, конечно, уже перебор. Почему? Потому что наш организм привыкает к тем продуктам, привыкает к витаминам, которыми вы принимаете ежедневно. Поэтому надо давать иногда, конечно, передышку организму. Но если, конечно, кто-то восстанавливается там послеоперационный период или просто кого ослаблено здоровье, им, конечно, можно пить и ежемесячно. И давайте приступим к нашему каталогу, который продлится, период следующего продлится с 17 сентября по 6 октября. В этот же период действует та самая акция. К сожалению, сейчас у меня нет этой брошюры, она лежит у меня на столе, не пойду за ней. Напомню, что в следующий период вместе с основным заказом, кто делал заказы на 50 BB в предыдущих двух каталогах, может заказать супер наборы более 3000 рублей за 199 рублей. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующем каталоге. Давайте посмотрим, что же я планирую заказать. Ну и первое, конечно, у меня заканчивается сейчас тональная основа от Yves Rocher. Сейчас, конечно, еще жарко. Сейчас сентябрь. И я как таковой тональной основой не пользуюсь. Почему? Потому что она начинает плыть. Конечно, может быть, кто-то скажет, что она не очень качественная или еще что-то, но, понимаете, дело не в этом. То есть, если вы едете, например, в метро, где не работает кондиционер, и там плюс 28 градусов, а вы едете в давке, то там поплывет все что угодно, да, то есть и основа тональная, и вам будет жарко в футболке, в хлопковой и прочее. Поэтому такие товары я оставляю на более прохладное время года. И вот как раз-таки хочу попробовать новиночку. Это у нас с вами преображающая тональная основа Giordani Gold Master Creation SPF 18, то есть она идет с защитой SPF 18, это достаточно большая защита. И тут есть несколько оттенков, я, конечно же, отметила нейтральный, но, скорее всего, я возьму теплый, и это будет теплый ванильный, скорее всего. Я пока еще не определилась, я решу чуть позже. Вот такая вот тональная основа, я ее обязательно планирую заказать, так как уже по вечерам холодно. И уже осень наступает, осень. И в следующем каталоге у нас выходят новиночки. Моя любимая серия Swedish Spa. Но пока вот эти товары я не планирую заказать. У меня есть, потому что еще мыло массажное. У меня как раз таки в ванной лежит синенького цвета, кто помнит, с морскими водорослями Swedish Spa. Поэтому пока ни скраб солевой, ни крем масла, не увлажняющее масло для тела пока я заказывать не буду, но планирую, возможно, через каталог или через два. Очень полезная штука. Сейчас как раз-таки начинается, опять же, скоро начнется октябрь, активные ветра, кожа будет сохнуть, поэтому на ночь обязательно будут мега-процедуры по увлажнению кожи тела. И что планирую я заказать в следующем, вот в этом каталоге, это, конечно же, расслабляющее средство для ванны, буду использовать ее как пену. Здесь даже есть, кстати говоря, инструкция, что мне всего больше всего нравится, что не просто написано, да, там какое-нибудь увлажняющее масло, а именно как его можно использовать. То есть, допустим, наливать в ванну воду или, например, делать какие-то ванночки, там, в том числе, кстати говоря, и для ног, либо просто увлажнять кожу после душа, как лосьон или масло для тела. Это очень важная инструкция, и Oriflame с этим отлично справляется. И второй товар, который меня заинтересовал, это пенящееся масло для душа. Ну, конечно же, это, условно говоря, это гель для душа, да, просто вот на масляной основе. Вот эти два товара я обязательно планирую приобрести. Здесь они по 200 мл идут. Следующее, что также я планирую, давайте посмотрим, я, честно говоря, уже не помню. А, конечно, конечно же, это легендарные бобы Тонко Sublime Nature. И здесь она идет по мега цене 1499 рублей, это минус скидка представителя.
То есть, собственно, практически вот как подарок будет идти эта водичка. Сейчас она у меня стоит на полочке, не могу вам показать. Ну, у меня где-то осталось полфлакона ровно. Очень я люблю этот аромат. Он вообще просто у меня круглогодичный. Я его использую, ну, то есть каждую неделю я обязательно им пользуюсь. И безумно его люблю, влюбилась в него просто. Волосы от него, он, ну, просто вот он так долго остается на волосах, на одежде, на коже. И, кстати говоря, самое интересное, что я его местами где-то чувствую, где-то нет. И когда мне кажется, что под вечер, знаете, часов там в 7, условно, я там воспользовалась им 8, в 7 часов я уже его не чувствую, это неправда. То есть он остается на шее, остается на одежде, опять же, на волосах, если вы, да, брызгали, наносили на волосы, либо волосы у вас просто лежали, допустим, на у кого длинные, да, там касались одежды, где был нанесен этот аромат. Безумно просто очень вкусно пахнет, и вот просто шикарный аромат, мне нравится, обязательно его приобрету. Следующее, это у нас с вами пробник новинки Éclat de l'Art Boudoir. Как-то так называется, по-моему. А, нет, это неправильно я продиктовала вам. Это будет Éclat Mon Parfum. А тут имеется в виду с уникальным аккордом de l'Art Boudoir. Не знаю, что это такое. Здесь у нас с вами будут входить ноты китайской груши Нэши, как раз-таки аккорд вот этой de l'Art Boudoir и миндальная пудра. Наверное, какой-то такой цветочный, насчет пряного не знаю, но, скорее всего, такой цветочный легкий аромат. Посмотрим обязательно, протестируем, и я вам все расскажу. И следующее. Конечно же, будут у нас со скидкой из серии Феминель. Я планирую как раз-таки заказать вот такой вот с экстрактом орхидеи. Очень хорошая экономная штука и достаточно действенная. И следующее, последнее, что я планирую также купить, это мыло-новинка. Смягчающее мыло-уход. Стоить оно будет 40 рублей. Ну, такие мыльца достаточно приятные, не размыливаются. Вот, кстати, хочу сказать про мыло Oriflame. Никогда не размыливается в мыльнице, не превращается ни в какую губку. И очень долго экономно используется. То есть, вот таким вот мылом мыть руки можно целый месяц. Если вы, допустим, живете вдвоем, ну, если это семья, то, ну, 2 недели точно, если даже из 3-4 человек, вы этим мылом воспользуетесь, ну, 2 недели как минимум, то есть это очень тоже выгодная покупка. Ну и, собственно, все, что я вам хотела показать и рассказать. Здесь у нас тоже будут скидки, смотрите, и мужская серия, и как раз-таки вот на глянцевые оттенки серии The One. Очень много хороших предложений. Также для любителей помад выйдет новинка в серии Giordani Gold. Вот эти вот помады кремовые, по-моему, очень хорошие. Я вам обязательно свою помаду продемонстрирую. Я, наверное, в другом видео, когда буду снимать осенние помады, обязательно вам все покажу. Ну что ж, это был мой небольшой заказик из компании Oriflame. Если вдруг кто-то хочет присоединиться к компании Oriflame, покупать товары со скидкой, вы можете оставить заявку мне либо в комментариях, чуть позже будет доделан сайт, где вы можете тоже в свободной форме заполнять заявки, и я вам все расскажу, все, что вас интересует. Если у вас есть какие-то вопросы или, может быть, пожелания, также, пожалуйста, пишите их в комментариях. Всем пока, отличных выходных, ну и, конечно же, с днем города Москвы. Всем пока!